Всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье, и у меня ужасно болит горло. И я приехала на свалку. Камера, возможно, сейчас запотела, потому что у нас, ну, как обычно, влажность очень сильная. Поэтому встретимся уже внутри. Удачных мне находочек. Так, ну что, я зашла, начну с вещей. Народу здесь пока немного. Музыка пока не кричит. Не так сильно шумят за забором, скажем так. Поэтому давайте пользоваться моментом и смотреть, что здесь интересного. Сегодня планирую очень много фотографировать, выставлять. Кстати, я заказала себе коробку. Называется «Фотобакс». «Фотобакс» — это коробка... Смотрите, банданы какие-то. Или не банданы. Коробка для фотографий. Я вам уже рассказывала. Она должна, по идее, прийти уже завтра. Поэтому я жду, не дождусь. Это такая коробка со светом. То есть вы ставите вовнутрь какую-то вещь. Например, какие-то кроссовки или что-то. И там такой яркий свет, вы фотографируете, и у вас получаются очень хорошие профессиональные фотографии. Лейн Брайант. Не слышала бренда такого. Вот, я такую коробку хотела давно. Не знаю, знаете, поняли ли вы, какой я человек или нет, но я еще раз повторюсь, наверное. Я такой человек, которому жалко тратить деньги. Которому жалко тратить деньги на какую-то вещь, даже необходимую вещь. И я буду смотреть на эту вещь. Но месяц-два, наверное, не покупать и думать, зачем мне это надо, зачем это тратить деньги. Эта коробка стоит $100, мне реально было жалко $100. Но, в конце концов, в любом случае, я бы купила эту вещь. Такой я человек. Также у меня с личными какими-то вещами, допустим, я хочу что-то для себя купить. У меня вот, ну, как говорится, душит жаба. Вот. Здесь ничего интересного. Что здесь пустые все бины почему-то. Вот, у меня... Смотрите, еще что-то норковое здесь со вчерашнего дня завалялось. Не норковое, это не настоящая шкура. Не настоящая шкурка. В общем, буду мучиться, но не покупать. Но в конце концов я все равно это куплю. Вот одни простыни вообще всякие здесь лежат. Ralph Lauren. Кстати, одна девушка меня попросила, чтобы я сбросила размеры одной кофточки от Ralph Lauren. Нужно будет сегодня найти ее, померить и сказать ей, чтобы она мне приняла мой, как сказать, мое предложение со скидкой, либо не приняла, скажем так. Вот такие вот дела. Вот такой вот я человек. Жмусь, да, жмусь, тратить деньги, жалко и все. Это все старое, это все вчерашнее. Но все равно, я вчера во сколько отсюда? В 11 уехала. Они меняли бины. Возможно, что что-то здесь и завалялось. Поэтому нужно посмотреть. Так, у меня появляется насморк. Конечно. Six feet under. Конечно, состояние такое у меня. Неважно. Это я видела здесь вчера. И принтер. Это тоже вчерашнее все. Они вообще не меняли, что ли, эти бины со вчерашнего дня? Интересно. Не знаю. А хочу вам рассказать про находки, когда я нахожу, как мне нравится. Допустим, Сэм Эдлман. Коробка от башмачков. У меня две пары обуви такие уже есть. Сэм Эдлман. Которые я до сих пор не выставила. Представляете? Смотрите, какой медвежонок. Форма какая-то, но она пластмассовая, может быть. В песочнице только с такой формой играть. В общем, кому-то нравится, знаете, найти какую-то одну вещь дорогую, выставить ее, и человек счастливый. Мне, допустим, нравится, когда я нахожу много всяких разных вещей, потому что мне нравится приезжать домой, потом все перебирать, пересматривать, смотреть на сайте, за сколько люди такое продают, то есть узнавать это все. Не знаю, мне так интересно, вообще не представляете. Вот такие вот дела. Да, не густо, не густо.
Но все равно, пока они не поменяли бины, нужно все равно посмотреть, что-то, может быть, что-то и завалялось. Вот, например, какой-то поднос. Здесь не написано, из чего он сделан, но он какой-то из какого-то металла. Но я не вижу, из какого он металла. Вообще ничего не написано. Вы видите какую-то надпись? Я не вижу ничего. А вот, хотя что-то есть. Но непонятно, что там написано. Отложу пока. Кстати, когда вот приходишь сюда, если у тебя, допустим, какой-то стресс, плохое настроение или еще что-то, вот реально приходишь сюда, здесь начинаешь рыться, и у тебя, вот, не знаю, и настроение поднимается, когда ты находишь что-то. И просто реально вот расслабляешь мозги, скажем так. Отключаешься от повседневной жизни, что ли. Не знаю, что за сумка. Хочу посмотреть, что за бренд. Но не вижу, что за бренд. Бренда нету. Сумка без бренда. Ай, ничего пока нет. Ну, вы знаете уже меня. Я прихожу и опять начинаю плакаться, что ничего нету. Выключи телефон, пожалуйста, дорогая моя. Включила. Слушает. А потом, в конце концов, нахожу всякое интересное. Так, смотри, какая вешалка модная. Что здесь написано на ней? Boss Lady. Прикольно. Прикольные вешалки, я их возьму. Boss Lady, мне нравятся такие вешалки. Ну, давай же. 3-4. 4 вешалки Boss Lady. Я таких ни разу не видела. Мне они нравятся. Думаю, я хочу их вытащить. Мне интересно, сегодня придет женщина, с которой мы вчера познакомились. А, она сегодня собиралась на эту поехать на рынок. Мне нужно вас свозить на рынок. И самой съездить и вас свозить. На блошиный рынок. У нас есть такой огромный. Вы представляете, я вот только что вам сейчас расскажу, рассказываю про свою новую знакомую. Поворачиваюсь, она так меня трогает. Она здесь, она тоже приехала сюда. Так приятно. Она тоже приехала сюда, тоже рыться, искать клад. Но она ищет для себя что-то. Какой интересный туфель Highlights. Интересно. Вот, она ищет что-то для себя, но она тоже заинтересовалась, знаете. Помню я тебя со вчерашнего дня, дорогой медвежонок. Заинтересовалась, чтобы тоже, наверное, начать продавать. Они реально, что я не понимаю, они это не меняли со вчерашнего дня. У них, наверное, да, телевизоры валяются, то же самое. У них, наверное, закончилось все вот это вот. Вот такое всякое добро, поэтому то же самое валяется. Ну-ка, что это за башмачок такой интересный. Франко Соркио. Какой башмак, там второй такой же есть. Так, а здесь черный какой-то. Это я тоже, мне кажется, вчера видела. Или не видела. Нет, такой не видела. Красивый, хороший. Вот второй есть, посмотрите. Приезжайте, забирайте, кому нужно. Мне не поднять этот телевизор, он такой тяжелый. Сейчас начинают вывозить новые бины с одеждой. Пока народа мало, я хочу пойти туда. Так, вешалки я взяла, да, взяла вешалки. О, какая шляпка красивая. Из льна. Что у нас такое? BCBG, Max Azria. Это у нас Converse. Так, пойду я, наверное, сейчас смотреть одежду. Все, шум, гам начинается. С добрым утром, как говорится. Атмосфера. Белый какой, классический, кожаный. Туфель. Это что у нас здесь написано? Монбланк, пожалуйста, Монбланк. Но Монбланк
сожалению, пустой. И футляр, он тоже, видите, весь испорченный. Поэтому я его брать не буду. Так бы взяла Монблан. Сегодня, на удивление, прямо очень мало народа. Я не знаю, что такое. Наверное, все на базаре сегодня. Анна-Марина. В общем, когда я приезжаю на свалку, мне здесь реально так помогает мозги проветрить. Вот реально приезжаешь и кайфуешь. И забываешь обо всем негативном. Смотрите, какая сумка необычная. Я думала даже сначала это какое-то седло для велосипеда. Она сделана в виде седла, вы видите? Фирма Калимар. Интересная сумочка, наверное, для, возможно, для фотографий, для фотоаппарата, я имею в виду. О! Что-то здесь пикает. Еще одни очки. А, вот эта детская машина пикает. Наверное. Сумка. Juicy Couture. Juicy Couture у меня совершенно не продается, поэтому я обхожу эту стороной. Раньше брала, больше не беру. Что такое? Кожаная или не кожаная? Мегут. Кожаная. Кожаный футляр для компьютера. Смотрите. Или не кожаный. Не пойму. Но он грязный. Так, что это? Бранд Франки и Джонни. Франки и Джонни. Сегодня хотели ехать на остров, но с той стороны Флориды конкретно идут дожди. Особенно сегодня, когда мы, конечно же, когда мы собираемся, тогда дожди. Самый такой дождливый день, скажем так. Поэтому вот. Ну и состояние здоровья тоже мне бы и плохо стало, если бы мы поехали. Там на пляже проводили бы время. А? Эти джинсы как раз на меня. Которые вчера были? Угу. А вы говорили, что они могут быть маленькие. Ну и что? Присесть сразу. Вообще, такие мне и нужны были. Отлично. Знаете, не знаю, какие-то. Такие. Все. Я беру такие мешочки, что женщины положу сюда. И одному везу. Фу. Это новые бины вывезли. Мне получилось выхватить кое-что, пару обуви и маленькие косметички от разных брендов, которые новые абсолютно. Вот это. Что такое? Интересно. Это вчерашнее. Доктор Сколс. Футляр. Телефона. Не знаю даже, что за фирма здесь такая. Так, мне нужно, чтобы она подвинулась. Она на моем пути стоит. Там просто такая сумочка, я приметила. Я хочу ее взять, попробовать. Но похоже, что с этой мадам у меня еще не получится взять, поэтому будем делать вот так вот. Просто как делают они, так ходим на голову и берем. Вот сумочка, про которую я говорила. Не знаю, что за фирма. Но она такая необычная мне показалась. Без фирмы, просто вот такая сумочка. Но она немножко деформанная. Volatile, я думала Валентина. Размечталась Валентина. Вот здесь вот валялись всякие эти косметички, но я уже говорю, я взяла
Ну, штук 20 я взяла. Потом покажу вам, какие именно я взяла. Ой, боже мой, это в Москве. Нос лежит. Такой, смотрите, смешной портфель для ребенка. Клиник. Это у нас Estée Lauder. Я уже таких набрала очень много, поэтому нормально. Это шапочки. Уже Estée Lauder. Микки Маус. Детские игрушки всяческие разные. Вот это у нас из Диснея, мне кажется, да, она? Я думала сначала Frozen, но потом я поняла, что это, наверное, не Frozen. Смотрите, какой смешная игрушка какая. Как они называются? Cabbage Hat или как-то так? Капустная голова, что-то типа того, я не помню, как точно они называются. А это у нас подушка-пердушка. Или нет, это не подушка-пердушка. Что-то другое. Ну, что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Ладно, здесь порылись и дурятся в одежде. Снова вернулась к вещам. Моя новая знакомая сказала, как-нибудь, допустим, в воскресенье, либо в субботу. Отсюда можем поехать к ней в гости. Gentle Monster. Это что такое значит? Номер 13. Что за монстр? Там внутри мне даже страшно смотреть, что там за Gentle Monster. Не знаю, что это футляр для очков. Номер 13. Он мне кажется каким-то необычным. Там внутри, наверное, есть марка. Бренд какой-то есть, интересно. Я отложу, не знаю, почему мне это напомнил Off-White фирму. Не знаю почему. В общем, она сказала, как-нибудь поедем ко мне в гости. Я, говорит, борщ сварю. Не знаю. Вот такая у меня новая знакомая. Вот так случайно совершенно находите, встречая новых людей. Очень это приятно. Но когда не знаешь, где кого встретишь и так далее. Что интересно. Ой, что-то мне на самом деле... Неважно, я себя чувствую. Не думаю, что я долго сегодня здесь проведу время. Потому что для меня это жар, то в холод бросает. А вернее, больше в жар меня бросает. Потому что дверь открыт, поэтому меня в жары бросает. Ну и фигово мне, в общем. Привет домой. Выпью витаминов. Смотрите, это у нас получается календарь. Календарь на вот таком вот... А мне нужно сырку еще будет сделать. Что это у нас? 2015 год, Lighthouse календарь. Представляете? Полотенце кухонное. Интересный такой. Так. Здесь ходит одна женщина, я уже про нее, наверное, вам говорила, от нее мне реально пахнет вообще, я не знаю, от ее парика пахнет или еще чего-то. Я сначала думала, что это пахнет из бинов, прям вот до тошноты такой запах. Это пахнет от нее. Все время, когда я возле нее рядом стою, вот только что она проходила меня, мне становится вот нереально плохо. Хук такл. Смотри, это нельзя для себя. Моя подруга подошла. Нашла себе новую футболку от Victoria's Secret Pink. Покажу вам. Сейчас попозже в сторонку отойду. Покажу для вас. У меня неплохие продажи на этих выходных. Не знаю, может быть... я не думаю, что это будет отдельное видео. И возможно, что я просто, как и на прошлой неделе, в свой влог на неделю вставлю Juicy Couture Jeans USA. Какой пиджачок интересненький.
Да, просто вставлю, наверное, во влог для вас, что у меня продалось. О май гад. Смотрите, это там, вы видите, вдали они выгружают все с этого большого трака, поэтому так шумно. А это значит, что скоро будут менять вон те бины со всяким добром, скажем так. Не с одеждой, а именно с добром. Так, еще посмотрю, что здесь написано. Так, минуточку. Лис Клэрбун. Так, новую одежду опять вывезли. Джордж. Слышала я такую фирму. Джордж. Мужская рубашка. Я думаю, сейчас уже скоро пойду, отойду в сторонку, отойду, посмотрю, что я нашла, что я буду брать, что не буду брать. Наверное, расплачусь, унесу машину и вернусь, наверное, снова ненадолго, не знаю точно. Моя подруга ушла, потому что у нее танцы, она говорит. Я так поняла, что она преподает какие-то танцы, танцы живота или еще не знаю, что. Она взрослая женщина, такая активная, такая шустрая вообще. Класс просто. Не нарадуюсь своей новой знакомой просто. Она массаж, говорит, делает, танцы преподает. Винтажная, может, европейец. В общем, чем она только не занимается. Сейчас еще и здесь будет заниматься. Молодец, женщина, молодец. Так, вот они, новые бины. Пойдемте посмотрим. Здесь что за джинсы? Спиа. Woman of Face. Здесь все заварено мужскими пиджаками и брюками. Это неинтересно. Но все равно, может быть, под низом что-то интересное завалялось. Я отошла в сторонку, чтобы быстренько перебрать, что я здесь нашла, что я буду брать, что я не буду брать. Это моя знакомая, она сначала взяла себе, но потом она передумала и отдала мне. Такая вот легкая кофта с длинным рукавом. Фирма Falette. Нужно посмотреть, что это за фирма. С капюшоном. Она такая легкая-легкая. Так, мне показалось, что здесь дырка нет. Так, вот футболку, которую я хочу себе взять. От Pink. Она вот такая, знаете, в стиле tie-dye. Это размер small. Но этот размер small, он oversized. То есть он больше как на размер large будет подходить. Дальше здесь у меня вот такая вот спортивная майка для мужчины. Она у меня... Новая с этикеткой, $30 стоит, фирма Everlast. Это фирма спортивная, который создал свой, как сказать, мерч. Один из ютуберов, которых я смотрю. Поэтому возьмем, поддерживаем его, скажем так. Нашла собаку Victoria's Secret с какими-то еще там бабочками, еще что-то. Так, вот такие тапочки я нашла. Я вообще не знаю, они мужские или женские. Я думаю, что это женские. Фирма Sperry. Размер я тоже пока какой не знаю. Но они, смотрите, очень такие легкие, летние. Одни такие, значит. И еще такой же фирмы. От фирмы Sperry Topsider. Вот такие вот сандали летние. В отличном состоянии. Может быть, даже как новые. Здесь у меня вот это вот Gentle Monster, который мне нужно узнать, что за монстр. Так, здесь, короче, какая-то хрустальная вещь. Мне нужно это посмотреть. Там внизу у меня косметички, а вот здесь все забито вот этими маленькими косметичками, которые я нашла. Я нашла много вот таких вот от Lily Pulitzer for Estee Lauder. Это просто пустые косметички. Я их соберу и поставлю лотом, и это можно, думаю, быстро продать за достаточно хорошие суммы. Вот они, все эти Lily Pulitzer, видите, все новые. Что здесь еще какая-то? Это же какая-то... косметичка. Так, она немножко здесь грязная, да. Что же это за фирма? Не знаю. Ну, тоже одна из каких-то с косметикой связана. Тоже Estee Lauder. Видимо, кто-то работал в магазине Estee Lauder, набрал эти косметички, а потом просто выбросил. Там их очень много. Но я их возьму все. И потом вам покажу. Вот одна из еще Estee Lauder.
сумочки, продам их. Пока у меня сумка не тяжелая, буду продолжать рыться. Когда уже будет невыносимо тяжелая, тогда я уже, наверное, пойду смотреть, какая здесь фотокамера Sony. Класс. Это что за наборчик? Hand sanitizer $2, ого. Смотрите, какой большой, огромный. Tropical Solution. Нужно взять себе такой, $2 всего стоит. Смотрите, какой огромный.